Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы выпекаем сдобный праздничный пирог. Не забывайте, что рецепты на канале «Готовим с любовью» и видео на семейном канале «Дружная семья» выходят ежедневно. Не пропустите! Давайте выпекать вместе! Для теста нам нужны будут следующие продукты. 200 мл теплого молока, 1 яйцо, 80 граммов сахара, 15 граммов свежих дрожжей или 5 граммов сухих дрожжей, 50 граммов растопленного сливочного масла, щепотка соли, пол пакетика ванилина. Сначала приготовим опару. В миску выливаем теплое молоко, не горячее. Добавляем 1 столовую ложку сахара от общего количества. Добавляем дрожжи. Если вы используете сухие дрожжи, делайте все так же. С опарой дрожжевое тесто пышнее. И добавляем 3 столовые ложки муки. Соль в опару не добавляем. Размешиваем. И оставляем опару в тепле на 15 минут до образования шапочки. Тем самым вы проверите качество своих дрожжей. Теперь замешиваем тесто. Добавляем щепотку соли. Добавляем ванилин для аромата, 1 яйцо, размешиваем, добавляем сахар и растопленное сливочное масло. Оно должно быть не горячим. В приготовлении дрожжевого теста важны все нюансы. Ну а теперь добавляем муку. Муку я заранее просеиваю. Сначала замешиваем тесто ложкой, а потом уже руками. Главное вначале не забить тесто мукой. Поэтому всю сразу муку не добавляйте. Постепенно, частями. Сейчас буду вымешивать тесто руками. В миске очень удобно. Поверхность стола чистая. Теперь берем чистую миску. Дно и бока смазала растительным маслом. Для замеса теста вам понадобится 420 граммов муки. Теперь вот так хорошенько в миске разминаем тесто, вымешиваем его. Смотрите, тесто мягкое и нежное, не забитое. Накрываем его полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Тесто должно увеличиться в 2,5 раза. Форму для выпечки подготовили. Начинка на столе. 30 граммов мягкого сливочного масла, 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки какао. Можно также добавить 1 чайную ложку корицы по желанию. Выкладываем тесто на стол и нужно слегка руками его подмесить, размять. Тесто очень мягкое. Буквально вам понадобится еще 20 граммов муки для подмеса, для подпыла. Вот вы смотрите, будем раскатывать сейчас тесто и немножко присыпаем его мукой. Чтобы не приставало к поверхности стола. Тесто очень нежное, с ним легко работать. Раскатываем тесто толщиной 3 мм. Сделаем просто вкуснейший пирог. Что мы дальше делаем? Берем мягкое сливочное масло и вот так размазываем по тесту. Еще раз напоминаю, толщина раскатанного теста 3-4 мм. Вот так хорошенько размазали. Рукой удобнее всего это делать. Теперь посыпаем сахарком. Берем теперь какао и через сито вот так посыпаем. Чтобы равномерно у нас получился слой какао. В общем, смотрите, кто-то может больше добавить какао, кто-то меньше, кому как нравится. Я думаю, что я все 3 столовые ложки добавлять не буду. Пару столовых ложек какао мне будет достаточно.
И теперь смотрите, нам нужно разделить тесто. Наверное, я сначала разделю его пополам, а потом каждую половинку и еще пополам. Есть. Теперь дальше. Смотрите, все очень просто. Сворачиваем в рулетик одну часть теста. Потом продолжаем дальше вторую часть теста. Вот так, есть. Третью часть теста. Чем дальше, тем тяжелее сворачивать. И четвертую. Завернули, да? Теперь я взяла разъемную форму в диаметре 18 сантиметров. Дно застелила пергаментом. Бока также застелила пергаментом. И перекладываю вот наше тесто. Не переживайте. Тесто у нас будет подниматься, разойдется. И вверх, и в бока. Главное, чтобы на кухне у вас было тепло. Оставляем наш пирог для расстойки на полчаса. После расстойки пирог смазываем яйцом. Духовочка у нас уже разогрета. Сверху пирог посыпала маком. Ставим его в разогретую духовку на 180 градусов на вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Пирог выпекался в духовке 45 минут. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Какой высокий пирог. А аромат шоколада заполнил всю кухню. Всем рекомендую испечь. Мягкий, нежный, но он должен полностью остыть. Пирог в разрезе просто чудесный. Мягкий, нежный, сладкий. Вы только посмотрите, какая структура пирога. Пирог очень нежный и ароматный. Всем рекомендую приготовить. Рецепт недорогой, а результат просто потрясающий. Как будто здесь шоколад. Выпекайте в удовольствие, выпекайте с любовью и радуйте свою семью вкусными, а главное, красивыми пирогами.